Павел, с победой вас. Пожалуйста, комментарий по игре. Большое спасибо. Первый тайм прошел очень напряженно. Было несколько моментов. Не смогли реализовать их. В перерыве обсудили с тренерским штабом, что не так произошло. И второй тайм мы вышли более уверенно. Навязали свою игру. Забили свои моменты. И хорошая реализация была в этом матче. Вы только недавно пополнили коллектив. Как вас принял? Приняли футболисты? Коллектив прекрасный. Ребята более молодые, где-то из своего не такого большого опыта я пытаюсь подсказать там где-то. Кто-то мне подсказывает, также есть и более опытные игроки. Тренерский коллектив, все в порядке, в команде все хорошо. Какие цели, задачи у вас лично на сезон? Максимальные задачи – выйти в первую лигу, доказать свою состоятельность. Ну и порадовать своих болельщиков. Спасибо.